совет. Давно я лосьон не делала. Бутылка пустая, ждет. Мы с вами готовили лосьон из лаврушки. Частенько я делаю лосьон еще из ромашки, да. Нам нужно 1-2 столовые. Ну, чем насыщеннее, тем лучше. Можете разбавить. 2 столовые ложки беру ромашки. У меня не аптечный, а натуральный. 1 чашку воды. И ставим на огонь. Процеживаем через сито. Ну вот, готово. Если это налить в пластиковую бутылку, то вы ничего не получите. Продукт протеряете и бутылку. Поэтому подождем чуть-чуть, вас остынет. Потом перельем пульверизатор. Вот, и в холодильник. Каждое утро, вечера прыскаем, втираем и дальше вы знаете, что делать. Как-то так. Тормози. Стоп. Из этого я сделаю вечером маску, а это будет утром-вечером протирание всего тела. Говорить ничего не буду, хвалить тоже не буду. Попробуйте, может, и вам понравится. Результат не заставит себя ждать. Можете каплю эфирного масла тоже покапать, если хотите. Ну и без этого он очень хороший.